Депутаты областной думы сегодня открыли осеннюю сессию. В заседании принял участие губернатор Александр Никитин. На повестку дня вынесли почти два десятка вопросов. Сразу в двух чтениях народные избранники приняли изменения в закон области о дорожном фонде. У него появился еще один источник финансирования. К транспортному налогу и акцизам на нефтепродукты теперь добавили штрафы, взимаемые с автомобилистов и пешеходов. До сих пор эти суммы поступали в общую казну местного бюджета, так что региональный дорожный фонд с января будущего года ждет существенное пополнение. Исходя из опыта прошлого года, штрафы за нарушение правил дорожного движения оценятся порядка 500 миллионов рублей. Эти средства будут расходоваться на ремонт автомобильных дорог, на обустройство автомобильных дорог в сфере безопасности, это строительство тротуаров, линии электроосвещения, устройство светофорных объектов.